понедельник, 21 июня, состоялась встреча в Волгоградской торгово-промышленной палате с президентом совместной Ирано-Российской торговой палаты Хадити Сгуштабана, в рамках которой было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с провинцией Ирана Гилян. После заключения соглашения иранский гость пообщался с волгоградскими предпринимателями. На этой встрече компанию «Жаска» представляла начальник отдела сбыта Пронина Елена Валерьевна. После продуктивного общения Хадити Сгуштабан пожелал получить более подробную информацию о нашем оборудовании и предоставляемых услугах. Также он выразил большую заинтересованность в сотрудничестве с нашей компанией и уверенность в крепких и взаимовыгодных партнерских отношениях. В настоящее время мы экспортируем свою продукцию преимущественно в страны ближнего зарубежья, рассказала начальник отдела сбыта «Жаска» Елена Пронина. Мы давно выбрали Иран как целевую страну, пытались наладить взаимоотношения, но из-за пандемии это оказалось проблематичным. Сейчас нам дана возможность переговорить более детально, предоставить информацию о своем товаре. Центр поддержки экспорта нам в этом очень помог. Надеюсь, уже в ближайшее время мы будем сотрудничать с предприятиями Ирана.